10 июня у нас в городе курорта Анапа состоится грандиозное открытие курортного сезона 2018. Оно будет сопровождаться фестивалем «Античное наследие России», который впервые проводится в России, где будут представлены виноделы, гурманы. Все это будет сопровождаться лотереей, розыгрышем. Все это будет грандиозно. Мы любим гостей. Мы приглашаем к нам всех жителей Кубани, жителей России. Анапа гостеприимная. Все это знают, все к этому привыкли. Но такого, как в этом году, не будет никогда. Это связано с подготовкой к чемпионату мира 2018. К нам приезжает 11 числа команда Дании. То есть все это в определенном пакете опций будет очень доступно и хорошо.